Всем привет, с меня Максим ПрочекаТВ и Кен. И вот сейчас мы покажем вам крутой баг в игре Need for Speed No Limits. Вот, смотрите, у нас сейчас... сейчас вам покажем. У нас сейчас целых 16 тысяч серебра. Ну, короче, это все равно у нас, смотрите, у нас один бензин из 10. Мы нажимаем на кнопочку плюсик и покупаем аж 30 бензина. Ну, покупаем за 30 золота. И мы покупили вот полный бак и 3 плюс пропуска. Мы видим, что у нас аж целых 11 бензина, а если максимум 10. Это, короче, очень крутой бак. Мы его сняли вместе с Кеном. Да, всем привет. Да. Ну, открываем кейсик, и нам выпадает, наверное, топовая тачка Кену выпадет. Ставьте лайки за то, что Кену топовая тачка выпадет. Не, ну, мы по стакан. Ну, давайте еще раз откроем. Ну, давайте, давайте. Да, давайте просто откроем еще пару, ну если можно. Если можно. Форд Фиеста еще. Ну давайте еще один откроем и все. Ну да. Вот давайте. Ну и. Мазда. Новая всё. Машина Мазда. Новая машина Мазда. Мазда. И те новые. Ребят, те... это две машины за деньги уже получили. Да. Я тоже так, кстати, получил хорошо. Так, где наша Мазда уже есть? Круто. Кстати, за нее тебе новую покраску должны дать. Я помню это. У тебя есть эта Мазда? Да, у меня есть она. Я не гонял недавно. Но сегодня я гонял. Вот Мазда RX-7 FD. Она очень топовая, и, ну, и да. Токио. И еще одну, а, да, еще одну. Монастерия класс. Ну да. И о, вот, давайте прокачаем. Давайте, давайте, это на будет максимум. Жестко. Так. Прокладку не жалко. Да все равно тут ничего не жалко, все в запасе у тебя есть. Да, у меня запас там нормально. Уже 300 рупий, а было 200 с чем-то. 304 рупий. Напишите в комментариях, сколько было тогда, а сколько сейчас. Ну, я вижу, что разгон чуть-чуть апнулся, чуть-чуть. Он сейчас надо скорость увеличить. Наверное, я буду все-таки гонять на этой марте. На монастыриях. Да я не знаю, давай еще сейчас одну гоночку сыграем, да? В монастырии одну гоночку поиграем и покажем вам, что это вот, что вот это вот этот вот не пропадет. Пропадет не как надо 8, а будет 9. Будет не 8, как должно быть, а будет 9. Потому что о, смотрите, мы потратили 6 тысяч и осталось 450 на прокачку. Да, реально, у нас осталось 450. 450. У нас 450 серебра осталось. Так, давайте сыграем гоночку. Так, у меня компания сейчас... Пятая голова, шестой, шестая. Давайте сгоняем Моносиль. Да, новую. Ой, эти Токио, давай. Давай. Сейчас пик. Машина, Мазда, ой, Мазда, Мазда. Блин, у меня Тойота нет. Тут еще один тючок. И тогда будет той машины за день. Да, вот это будет рекорд. Так, смотрите. Вау, все такие лохи. О, смотрите, 192. Это на изи. 192. Это на изи, ребятки. Это на изи, ребятки. Это изи. Вот максимального чувака 193, у нас 315. Да, что очень жестко. Изи катка. Ну да, это реально изи, тут даже без нитро. Нет, смотри, какая топовая тачка. Довольно. Ну да, у нее спойлер. Кстати, недавно выбил вчера, то есть Nissan выбил, и он мне очень-очень нравится. А мне BMW выпала. У меня Nissan 366 RP, там, плюс-минус где-то так. Я, кстати, на канале скоро видос, типа, я вам покажу мой гараж, но не топовый, там скоро будет новые тачки. Ну и вы увидите мои все тачки и, возможно, новую, если я, конечно, не потрудюсь, ее выбью. Это, кстати, сейчас мой аккаунт. Да, это аккаунт Кена. Так, понимаете. Мы на аккаунте Кена сейчас и играем. Просто Максим Тайдегеймер ТВ ко мне пишу. Да. Так. Надо сейчас все здесь обогнать. О, вау! Вот это круто. Опа, дрифт, да, я дрифт не знаю. Ну, видео уже идет
5 минут, так что давай на этом заканчивать. С вами был Максим и Ким. Всем пока!